Всем привет, ребята, на связи Грим Оптимист, и сегодня у нас будет топовый просто гайд по Т28 концепт, лучший на YouTube, ребята, инфа сотка, я сразу предупреждаю. Для начала хотелось бы высказать пару слов человеку, который вот принял решение дарить этот танк за выполнение ЛБЗ. Знаешь что, уважаемый, играй сам на этом ведре. Вообще идея выдавать за выполнение весьма непростых боевых задач вот это вот ведрище, который является типа в кавычках бронированный ПТ, которая не едет вообще, у которой достаточно стрёмная пушка, это было крайне странное решение, поскольку такой геймплей мало кому нравится. Например, я даже за деньги играть не буду на ней, если мне платить. Потому что для меня танков, которые едут медленнее 30 км в час, в принципе в этой игре не существует. Почему нельзя было дать что-то более, ну, такое, знаете, обычное? Почему, допустим, Т-55А это, ну, средний танк, стандартный такой неплохой, да? Почему 260-й это тяж, ну, как бы, то есть, в принципе, все мы любим тяжи так или иначе, в целом, да, несмотря на артиллерию. Но вот что это такое вот просто? Вы за штук мне дали, который я продал уже, потому что это кусок говна просто, а не танк. Штук, этот вот, который за ЛБЗшный, кусок говна, а не танк. Потом мне дали вот это вот ведро. Я что, зря... Я трахался над этими ЛБЗ ради вот этой вот штуки? Серьезно? Почему нельзя было дать какой-нибудь танк, ну, в духе, я не знаю, там, вот, Т-44-100, ну, что-нибудь обычное, какой-нибудь обычный танк с неплохой пушкой? Что это? Баланс бы сломало? Кому пришла вообще идея в голову давать вот это вот ведро? Вот серьезно. Я говорю еще раз, вот людям, которые любят средние танки, легкие танки, тяжи динамичные, им вот это вот говно даром не надо просто. Поэтому вариант у нас с вами только один, ребята. Благо, стоит она не так дешево, и хотя бы 1426 кредитов, точнее, 1 426 000 кредитов мы с вами сейчас заработаем. 426 160. Продать. Подтвердить. Все, нормально пофармили, я считаю. 1 400 000 на дороге не валяются. Вот, а... Еще раз говорю, людям, которые этим занимаются, я хочу посоветовать немножко более грамотно подходить к выбору все-таки танков за ЛБЗ. Вы в следующий раз еще версию Т-95 дайте, пожалуйста, за новую ЛБЗ. Прям рады всего. А лучше артиллерию еще дайте премиумную. Вообще, ну, классно будет. Всем до скорого, всем пока.